поздравляем вас с Днем города! С Днем работников нефтяной и газовой промышленности! И именно в этот день мы проводим наш уже ставший традиционным конкурс среди самых-самых красивых, талантливых и обаятельных девушек нашего города. Название «Мисс Красы Чернушка 2005». Сегодня здесь особенно многолюдно. А это и понятно. Ведь всем хочется поддержать своих любимых и дорогих. Ну и какой же конкурс без жюри? Итак, мы представляем вам наше уважаемое жюри и приглашаем на сцену Юрия Ивановича Долганова, директора городского центра культуры и досуга «Нефтяник». Мы приглашаем на сцену Наталью Валерьевну Дворникову, хореографа. И с нетерпением ждем появления Владимира Александровича Аверьянова, директора музыкальной школы. Жюри – это высший исполнительный орган конкурса. Его решения окончательны и обжалованию не подлежат. Ну что ж, мы просим вас спуститься вниз, откуда вы будете наблюдать за ходом нашего конкурса. И приступить к своим обязанностям. Да, ну что ж, мы начинаем. Мы начинаем и... Первый на нашу сцену мы попросим нашу первую конкурсантку. Итак, конкурсантка под номером 1, Юлия Пронина. Веселая и непредсказуемая. Студентка политехнического колледжа, в будущем технолог общественного питания. Читает различную литературу, смотрит кинокомедии, увлекается танцами и спортами, но в качестве болельщика. Поприветствуем! Юлия Пронина. А мы ждем на сцену участницу под номером 2, Олеся Исламова. 17-летняя студентка 2-го курса Екатеринбургского техникума. Мечтает стать менеджером. Увлекается поп-музыкой и аэробиком. Главным своим достоинством считает чувство юмора, что не так уж и плохо. Жизненный девиз – всегда быть первой. Аплодисменты Олесе Исламова. Участница под номером 3 – Оксана Бурдакова. Студентка 3-го курса политехнического колледжа. В свободное время любит петь и играть на гитаре. Других ценит преданность. Остальным пожелала удачи и смелости. Поприветствуем нашу конкурсантку. Оксана Бурдакова, участница под номером 3. Участница под номером 4. Татьяна Шачкова. Курсница вечерне-заочного Пермского государственного университета, прошу прощения, в будущем биолог. Очень занятая девушка, у нее практически нет времени. Учеба, работа, но все же, когда появляется свободная минута, она любит проводить ее в кругу своих друзей. Они здесь? Татьяна Шачкова и болельщики. А мы приветствуем участницу под номером 5, Юлия Филиппова. Встречайте! У Юлии Филипповой сегодня, по-моему, даже больше болельщиков. Еще не вечер. Учащийся школы номер 2 мечтает стать главным архитектором города. Готова попробовать в жизни все, но в разумных пределах. Обожает сладкое, и это не мешает ей поддерживать фигуру. Ведь в свободное время она занимается спортом и танцами. Соперницам она желает удачи. Итак, Юлия Филиппова. И последняя конкурсантка, участница под номером 6, Наталья Берина. Студентка политехнического колледжа, мечтает стать моделью. Девиз всегда быть красивой и жизнерадостной. Читает Шекспира, наверное, в оригинале. Увлекается спортом и танцами. Ну а в людях ценит внешность, ум и красоту. Поприветствуем наших участниц
бурными аплодисментами, Чернушка. Ну что ж, давайте пожелаем успеха нашим конкурсантам. Улыбнитесь, милые девушки, ведь ваши улыбки способны творить чудеса. Девушки, конечно. Ну что ж, Рома, мы отпустим, да, девушек? Да. Пусть они готовятся к первому туру. Под ваши аплодисменты. Ну, а пока наши девушки ушли готовиться, для вас поет Дмитрий Наумов. Встречайте. Чернушка, всем горло на вас! Счастья вам, любви, удачи, здоровья, успехов и долгих лет жизни. Мне остались только самые зажигательные, самые классные призы. Самые крупные призы вы можете выиграть всего лишь за 30 рублей. Спешите, приобретайте билеты. Ну, а мы хотим объявить о начале первого конкурса. По традиции этот конкурс называется «Визитная карточка». Девушки демонстрируют свои творческие способности, контактность, раскрепощенность и умение выгодно подать себя зрителям. Итак, встречайте участницу под номером 1, Юлию Пронину. А где Юлька? Какая Юля? Ты чё, не знаешь Юлю? Юля, ей судьбой Картас назначен, как хранитель оберег. И, конечно, это значит, она везучий человек. Редко встретишь ей подобных, не похожи на других, столь же честных, столь же добрых и таких же боевых. С каждым шагом, с каждым словом, ситуации любой, она старается жить свободно, украшая мир собой. А вот и Юля! Осень наступить уж хочет, ветерок поет слегка, и полна сегодня площадь прямо в центре УДК. Говорю привет вам, люди, и желаю всем добра. Начинаю конкурс я. Чтобы вам не перепутать, ведь красавиц много здесь. Чтобы всех вас не запутать, мы одобрим ложь и лесть. Но скажу я вам попутно, что в сегодняшней игре имена запомнить трудно. Юли здесь сегодня две. Обе выросли в Чернушке, знали холод, дождь и зной. И хотя мы с ней подружки, выбор каждый сделал свой. Кто-то в спорте, кто в искусстве, кто-то просто хочет жить. Я хочу готовить вкусно и специалистом быть. Thank you.
Черножка. Глаза. Конкурс здесь «Чернушинская краса». У Чернушки день рождения. Всем желаю вдохновения. Всем участницам ура! А теперь скажу, как в песне, что зовут меня Олеся. Я девчонка хоть куда, и красива, и умна. Мой девиз всегда такой: первой быть и юморной. Мне сейчас 17 лет, это к юности билет. И объездив пол России, вам скажу, что нет красивей тех, кто здесь, на этой сцене. Всем желаю вдохновения, и здоровья, и тепла, и удачи в два крыла. С праздником всех! Итак, Чернушане, поддержим. Оксана Бурдакова на нашей сцене. Я появился к вам из сказки. Мне надоело в книжке жить. Хочу любви, хочу я ласки. И с вами я хочу дружить. Мне надоело в темном царстве над златом чахнуть и потеть. Ах, гребное эти лекарства, чтоб встрепенуться и запеть. Душа помолодела в раз. Не отвести от девы глаз. Ты познакомь меня с собой. Отныне вечный раб я твой. Что ж, познакомимся. Давай, но только рта не разевай. Меня Оксаной величать. Мне королевичей подстать. 17 годов девица. Стройна, умна и белолица. И проживаю я в светлице, в Чернушке, а не за границей. Есть мама, папа, старший брат, и кое-где имею влад. Причем владею в совершенстве умением грамотно писать. Поверьте, для меня блаженство указы ваши проверять. Владею талией осиной и спинку прямо я держу. Для поддержания формы этой сказные золото ношу. И вот сегодня перед вами стою сейчас во всей красе. Жюри,
Уж выбирайте сами. Одежда вся от кутюрье. Влюбился я в твой цвет волос, в тебя влюбился я всерьез. Не выходи же за меня, пусть я уже не молод. Над златом чахнуть в темном царстве, поверь, совсем уж не по мне. В Чернушинском да государстве закончить колледж надо мне. Да, слов тут сказано немало. Ты мне, Кощею, отказал. Ну а пока мы здесь вдвоем, давай, красавица, споем. Борюсь, стриптокоп, как не борюсь.
наделать я смогу, чтобы люди всей земли дышать вроде смогли. Ничего не хочу. Милые! Мыши, пиявки, лягушки, ковятки, все они клевые, чуваки понтовые. Я очень-то хочу, кошку родную отпущу. И буду я очень долго томиться, что же там вроде свет появится. Вау! Я знаю, что школа, и мне очень клево! Участницу под номером 5 Юлию Филиппову. Встречайте! День сегодня необычный, день сегодня непростой. Я пришла поздравить лично с праздником народ людской. Пожелать вам всем здоровья, мира вам над головой. Это было предисловие, а сейчас рассказ другой. Важный конкурс наступает, Мисс Краса 2005. Перед вами выступаю, буду петь и танцевать. И сказать по правде в жизни говорит мое чутье. Исходя из афоризма, я хочу узнать про все. Говорят мои подружки, есть ли у тебя мечта? Архитектором Чернушки отвечаю неспроста. Но чтобы этого добиться, откровенно говоря, нужно мне еще учиться. Вот тогда не будет зря все, что вам я рассказала, все, что вам я расскажу. Плавно двигаясь к финалу, я на деле покажу. А сейчас, мои друзья, поболейте за меня! ЧГПК.
А люблю я танцевать и хочу моделью стать. Слушать музыку люблю, крутой хаус и попсу. Я тусуюсь у фонтана и скажу вам без изъяна. Проиграю, то не знаю, я победы всем желаю. Спасибо. По следующему испытанию. Итак, мы попросим вот сейчас выйти на эту сцену. Итак, милые девушки, мы будем задавать вам по три вопроса, на которые вы должны ответить за определенное время. 30 секунд. Ну что ж, готовы, да? Варианты ответа предполагаемые. И последний вариант, может быть, это на ваш выбор. Итак, вопросы участницы номер один. Если самка кенгуру, кенгурика, то тоже самец. Давай, вариант ответа. А. Кенгур, кенгурист и ваш вариант. Кенгур. Хорошо, следующий вопрос. Сколько ступеней у дыхания тянет? 2, 12, 45. 12, говорите ли? Продолжите фразу из песни. Парней так много холостых, а я люблю женатого, мордатого, поддатого. Женатого. Ну что ж, аплодисменты и получайте за победу один. Три вопросы участницы под номером два. Итак, Олеся, если муха сядет на ухо, какое оно станет? Муханное, мухлявое, замуханное и твой вариант. Она растерялась на самом деле. Я думаю, замуханное. Замуханное, говорит. Что ж, следующий вопрос. Главное богатство чернушан. Рыба, золото, нефть. Нефть, отвечает Олеся. И третий, последний вопрос. Продолжи фразу. Любите девушки простых романтиков, крутых охранников, блатных карманников. Крутых романтиков. Романтичная девушка. Романтиков, да? А болельщики у нас кричат совершенно другое. По-моему, они вообще не кричат ничего. Почему-то. Аплодируем, поддержи наши конкурсанты. Вопросы участницы под номером 3. Если обезьяну посадить за руль, во что она превратится? А, во что превратится машина, в которую она поедет? А, вариант ответ. Консервную банку, вылетающую тарелку, мотокофорт и твой вариант ответа. Мотокофорт. Аплодисменты за такой ответ. Лепешку. А вот что такое мотокофорт, это я даже сам не помню. А, понятно. Все-таки лепешка. Ну что? Лепешка все-таки. Второй вопрос. Откуда взялось название города Чернушка? Ее назвали в честь курицы, вы знаете, да, была такая черная курица? В честь реки или потому что было много грязи? В честь реки. В честь реки. И третий вопрос. Пусть бегут неуклюже, продолжи фразу. Пешеходы по лужам, рэкетиры за мужем, бизнесмены за кушем. Пешеходы по лужам. Пешеходы за мужем. Ну что ж, аплодисменты, Оксане. Вопрос, наверное, нашей следующей участницы. Участницы по номеру 4. Итак, Татьяна, для тебя вопрос. Так как ты у нас будущий биолог, тебе как биологу, если скрестить свинью с курицей, что получится? Курица! Хрюница, купорос, свинокур и твой вариант. Курослин. Отлично. Второй вопрос. Сколько лет исполняется нашему району? 120, 80, 40. 80 лет нашему району, кстати, я не слышу, аплодисментов. Наш район, 80 лет, и нет аплодисментов. Последний вопрос.
продолжи праздновать, ты мой ночной мотылек, бутылек, бобылек. Бутылек. Бутылек. Очень нравится. Ну что ж, ночной бутылек, совсем неплохо. Таня супер! Таня супер, болельщики. Ага, это значит бутыльки подошли. Мотыльки подлетели, точно. Итак, вопрос участницы под номером 5, Юлия. Если вы сядете на трухлявый пень, то вы трухлянетесь, затрухляетесь или ваш вариант? Я не сяду, наверное. Трухлянусь, отвечает Юля. Я не сяду. Второй вопрос. Что написано на новых урнах города? Здесь был Вася. Различные нецензурные слова или же чистая чернушка? Чистая чернушка. Сразу видно, Юля бросает мусор в урны. И третий вопрос. Продолжи слова из песни. Жениха задела, вот и полетела, залетела, вылетела. Залетела. Итак, аплодисменты Юлии Филипповой. Последний участницы, последний Наталья Билина. Вопрос. Если колобок уснет под елкой, то проснется утром. Шипованный мячик, бегающий кактус, колючий ежик. Колючий ежик. Второй вопрос. Сколько лет исполнится нашему городу в следующем году? 140, 40, 20. 140 лет. Сколько же исполнится зрителей, кто знает, сколько лет? 40 лет. И всего лишь на сотню ошиблась. Ну, конечно, боже мой. Вопрос номер 3, Наташа. Голубой вагон бежит, продолжи. Шатается, болтается, качается. Качается. Аплодисменты. Аплодисменты Наталье Бериной. Аплодисменты всем участницам нашим. Болельщики, где же вы? Вас не слышно. Ну что ж, мы провожаем наших участников, готовятся к следующему туру. Подборные аплодисменты. Ну, а для вас музыкальный подарок. Все быстрей, стали звезды на год красней. И сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения! Исполнения и миллиона чаедей. Эй, днем рождения, любви для головокружения и чумового настроения и самых преданных друзей. I wanna be loved by you just to know.
улыбаются наши конкурсантки. Встречайте участницу парня номер один Юлию Колину. Ла 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 ла.
Thank you.
не конкурс, а да, Чернушка? Благодаря там это женщины. Мужчины, как вам, девчонки? Они в шоке. Они в шоке. Смотрим. Девушкам вообще, которые решили принять участие в нашем конкурсе, присущая красота, грациозность и изящество манер. Ну, конечно же, несомненно, несомненно, и сейчас мы это увидим. Я думаю, что без них не обходится ни одна молодежная тусовка и ни одна дискотека. И сейчас они нам это продемонстрируют. Аплодисменты, встречаем! Итак, мы объявляем следующий конкурс, который называется «Молодежная вечеринка». Потому что еще раз я говорю, что вы самые-самые.
И я хотела пожелать вам веры в самое лучшее, в чудо. Ты в чудо веришь. И чудо совершится. Дорогие мои, позвольте мне пожелание девушкам высказать. Ты в чудо веришь. И чудо совершится. В сугробе снежном ландыш расцветет. В весну глухая осень превратится. И каждая травинка зацветет. Ты только верь, и чудо будет, знаешь. Ты верь, и ты откроешь счастье дверь. И все, что ты сама себе желаешь, все сбудется. Ты только очень-очень верь. Выставить вам номинации. Номинация «Непредсказуемость» Олеся Исламова. Поддержим. Уважаемые политики, не слышно радости, не слышно. Номинация «Улыбка» Юлия Пронина. Мисс «Загадка» Наталья Бирина. Татьяна Шачкова. Очарование. Оксана Бурдакова. И мисс «Краса» 2005 года Юлия Хрипова. Конкурса предоставляется Марии Шайхметовой, победительнице прошлогоднего конкурса. Поздравляем!
рассвете мы опускаем голову, застыв в немом привете, и каждая из них красавица. Так выберите, уважаемые зрители, ту, которая понравится. Итак, принц зрительских симпатий по аплодисментам. Приготовились, и аплодисменты участницы под номером 1. Юлия Сонина. Аплодисменты участницы под номером 2. Олесин. Аплодисменты участницы под номером 3. Оксана. Аплодисменты участницы под номером 4. Татьяна. Аплодисменты участницы под номером 5. И аплодисменты участницы под номером 6. Ну что ж, конечно, получается очень интересно. Итак, спорная такая ситуация получилась. Сейчас мы будем голосовать за двух участниц. За участницу под номером 3. Нет, как-то так не пойдет. За участницу под номером 3, Оксану, как мы голосуем? И за участницу под номером 5. Вопрос решен. Ну что ж, без зрительских симпатий, вне всякого сомнения, мы вручаем тоже Юлии Филипповой. Еще с одним подарком, и хочет она его подарить участнице, которая выиграла в номинации «Есть непредсказуемость», Олеся. Мы вручаем этот приз тебе. Страховая компания «Урал-Аил».